Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вас научу, как сделать омлетик. Ну, по-английски scrambled eggs. Так что первый ингредиент 300 миллилитров молока и 6 яиц и масло. Так что мы начинаем разбивать первое яйцо. Поаккуратней. Мы уже разбили 6 яиц. Теперь мы выливаем в нашу среднюю мисочку. А теперь выливаем молоко. А теперь взбиваем венчиком до однородности. Мы уже налили миндального масла на нашу сковородочку. Теперь мы берем нашу кисточку и будем распределять. Вот так. Попытайтесь на всю сковородочку. И нигде не оставьте много. Теперь мы часто мешаем нашу яичницу. Мы уже разогрели сковородку. Теперь мы выливаем нашу яичницу. Только аккуратнее. А теперь мы будем ждать и мешать, пока у нас будет готово. Я сейчас вам покажу, как мешать. Нам нужно в полосочках, чтобы не сгореть. Огонь мы сократили, теперь нужно мешать. Наше блюдо почти готово, теперь нам нужно домешать. Наше блюдо готово, теперь время ужинать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Приятного аппетита! Пока!